Продолжаем рассматривать новинки от компании Thermal Take TT Esports. Эта мышь, вы видите, как она переливается, чем-то напоминает какую-то материнскую плату с дорожками выгравленными. Не выгравленными, а вытравленными. Это талон. Талон на питание. Мышка Talon. Что здесь имеется? Это симметричная мышь с двумя ножками, с оптическим сенсором, который будет достигать 3000 dpi. Я не знаю, какой это сенсор. Вроде даже это не 3090 по характеристикам, но надо будет ждать официальную информацию, пока ничего не ясно. Что в ней примечательного, я, если честно, не знаю. Это симметричная мышка, но для правши, потому что клавиши, возможно, кнопки боковые здесь только сбоку. Она достаточно маленькая. На самом деле, как ни странно, сидит в руке хорошо, но ощущение общее от мыши полный звездец. Дешевый какой-то софт-тач, близкий к пластику. Дешевое вот это покрытие, невнятные абсолютно клики. Какое-то разболтанное колесо, как будто похожее, знаете, на Logitech G502. Он вроде металлический, но не металлический и очень инерционный. Я не знаю, для чего это сделано. Мышь сама легкая, но такое ощущение, что для дополнительной отцентровки в районе сенсора был какой-то, знаете, грузик подвешен, поэтому я, если честно, ничего не скажу. Там... Да, Миргородский Алексей, мы ждем от тебя ревью этой мышки. Отключай.